Возьму, отрублю голову Лукашенко и такая буду ходить и показывать ему. Давай, Кирилл, как ты сказал, сейчас я девочку сделаю женщиной. Хорошо, что не я это сказал на камеру. Это ты сказал без камеры, Кирилл. Yeah, baby! Поздравляю твою гитару, теперь она женщина. Гитара женщина. Женщина Кирилла. Все, прости, надо, Катя. Не надо. Ждем перемен. Бейба! Ну, короче, нужно придумать. Это очень эффектно и очень красиво. Прям нравится всем девочкам вот этот вот эффект бабочки. Типа, ну, нужна от него достойность, да? Влад, не забывай поправлять волосы, как сказала Джессу. Жесточайше приветствую вас в Риге, дорогие белорусы. Вечер в хату, как говорится. Спасибо, родные. Так тепло вы меня принимаете, прям со свечечками. Так мимимишно. Пойдем на репетицию в зал. Идем сейчас на сцену. Уже там народ нас требует. А приезжайте в Германию к нам. Я с удовольствием. Но это только после Стокгольма. Девочки, не ссорьтесь. Да-да-да-да-да-да-да. Какова красота! Три крыжа, горбатка, белорусики родные, вздымаем. Будем с Ильей сегодня зачитывать список расстрелянных поэтов. Эля Трумпацкий, Андрей Турлай, Ава Финкенштайн, Яусей Флопал, Исаак Фрип. А кто это? Это Левчука. А тут еще, а кто это? Видите, такая красивенькая, ты такая смотрит на всех, а? Тут еще была такая огромная моя афиша, но я не успела вам ее заснять. Ну, поверьте мне на слово, она была. А еще у меня красивая шапка. Мне продюсер подарил. Продюсер гладит стяг. Какой молодец. Чтобы был красивый. Чтобы красивый был стяг. Натовец? Расставляет венцо. Маргоша в перчатках. А ты что, натовца запалил сейчас? Нет, натовца никто не видит. Натовец секретный у нас. Натовца не пали. Да я не палю его. Че его палить-то? Он же натовец. Всадник без головы. Настолько... бывший, чтобы она дала ему этот тест. Ну, короче, вот точно будем крестить детей друг друга еще. Ну, слушай, ну, на самом деле, я не знаю, ты снимаешь или нет, но она не бывшая девка. Я даже не могу назвать, что у нас был какой-то роман. Ну, просто тусили вместе, ну,
спали иногда. Ну, как это можно назвать бывшей девкой? Ну, мы не называли себя, ну, как бы там, у нас не было отношений. Я называю это бывшей. Вот у тебя были, а у меня нет. О, господи, у меня и будут. Внимание, внимание! Алле, оп! Что твой муж, Свет, делает в моем шкафу? Вот именно, Марго, я должна спросить, что мой муж делает. Что ты тут делаешь? Ты чей муж, ты ошибся дверью. То есть Света пришла и поселила своего мужа в моем шкафу. Обычно как-то это по-другому все. Правда, Настя? А Настя красотка. Обожаю всякие съемочки. Какой старости? Маргарита давно пьет кровь младенцев. Вот. Занимается сексом исключительно с девственниками. И поэтому она стареть не будет. А Маргарита, мне кажется, что она будет вот такая, как... мне кажется, что ты будешь такая, вот знаешь, как Моника Белуччи, как Софи Лорен, такая, такая красотка всегда, как бы в форме. Потому что... Знаете почему? Потому что она делает фейс-фитнес два раза в день. Два раза в день. Вот это вот. И потому что я не пью алкоголь, кофе. Сейчас я еще начну заниматься. И вы все будете стареть, а я буду молодеть. У процепе сопрано оперная дива. Меня не хвалили и лаяли, скажу открыто. Я коктейль Молотова, а не Маргарита. За мною можно не войско, а не величкий взвод. У комментов спытаюсь, эй, что за развод? Хе, так вы что, так это разом час спалили? Чему не поморетили нас, как Путин с Кабаевой? Я тут говорю тебе, буду прожить я ношу. Я ж не Левченко, я Ляучу. У моей руце был не баскетбольный мячик, а вот с этой пробашки, мальчик. Я ж не мацерат, ё не повороте, нам на двоих не один тортик. Мы не выбирали лицо на курорте, а левос не уписались на повороте. Вы скажете сумно, допустим, сумно, а лев это житё, а не весенний лосунок. Нам обоим для шеи груз был мне малы, а лев лучше цветат на это, Саша. Доброй раніцы, поважаныя сябры. Мы на аэродроме. Аэродроме! Я обожаю своего бывшего уже теперь мужа, Сань. Сань Бонлав. Он решил сделать мне сюрприз. И сейчас мы будем кататься на самолётиках. Лучший! Лучший! Девочки, он лучший. В общем, я пошла. Пожелайте мне удачи. Удачи. Очень красиво. Просто красотулечка. Он такой вот хорошенький. Я на нем буду летать сейчас. Ми-ми-ми. Микон, я могу с собой взять, снимать? Конечно. Ну не за штурвал же. Он дергается сам. Я тебя не слышу, значит, мне еще надо сделать. Ты хочешь слышать, как я буду громко кричать? Зачем ты мне так близко от микрофона подносишь? Потому что нам надо общаться. Окей, давай будем общаться. Отлично, общение. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа.
и Швейцарии. Первым делом самолеты. Если в этом самолете змагары. Было страшно, потому что... Помнишь, когда мы клип снимали, кому-то по пальцу дал дрон? Нормально так. Малышка, смотри, расскажи, пожалуйста, моему влогу, во-первых, поздоровайся с влогом, скажи привет. Привет. Расскажи, где мы находимся. Мы в Париже. На самой верхушке. Галерея Лафайет. Вон там эти башни. Вот это Гранд-Опера. Вот это Париж, короче. Смотри. Иногда у нас эти башни, она блестит. Иногда блестит. В общем, всякую красоту показывают нам здесь на витринах. Что можно купить в магазине? Туфельки? Это витрины. Французы украшают витрины, и все ходят и смотрят тут на красоту. Значит так, билетик в Версаль. Вот дворец Людовика XIV, стоит 18 евро. Для студентов стоит 0. Так как я еще до сих пор не сделаю студенческий, мне пришлось заплатить 18 евро. В общем-то, из-за того, что ковид, ограничения, нужно, в общем, записываться онлайн, покупать билеты онлайн и на определенное время приходить. Вот такой вот бред. Ну, тут красивенько. Вот это красивенько, красивое. Смотри, как красиво. И наш размерчик. Вот это красотища. Ща-ща-ща-ща. Очень красиво. Прям красота. Неописуемо. В общем, нам понравился дворец. Там было очень красиво. Поздоровайся с влогом, пожалуйста. Бонжур! Мои усы. Я как Людовик XIV. Не верю. Уже облажался. Спасибо. Будешь посасывать? Да, спасибо. Мы сасывать наше все. Уважаемые друзья, в честь вас я ем эту устрицу. Как шикуют вот эти революционеры. Господи, вообще. И дай бог. Еще и шампанским запивают. Ой. Очень вкусная устрица. За вас, друзья. Ребята, я снова в Лувре. Была здесь 2 месяца назад и приехала снова. И зашла в те места, в которых я еще не была здесь. Здесь я вообще не знаю, недели 3 надо, чтобы обойти Лувр. Короче, это апартаменты Наполеона III. Наполеон любил, чтобы дорого и богато было. Все в золоте, все. Дорого, богато, все. Боже, дорого, богато. Я бы тут жила тоже. В общем, карта мечты Маргариты Левчук выглядит следующим образом, друзья. Фотография Сиднейской оперы, Метрополитен опера, Ла Скала. Не было там Ла Скала, не тренди. Забыл. Ну, Ла Скала, Ла Скала тоже неплохо. Ла Скала при Ла Скала. Внимание, яхта. Шикарный автомобиль, лоурайд. Ну, почти осуществляется. Почти осуществляется. И дом со стеклами. Да. Со стеклами. Стеклянный дом. Между прочим, стеклянный дом. Господи, стеклянный дом. Вот. Мужика там никакого ты себе не визуализировала, потому что сами нарисуются. Это понятно. Алло, народ, так как я учусь в Европейском гуманитарном университете, привет, университет, на современном искусстве, я пришла в Париж в музей современного искусства. Вот как он выглядит. Вот как он выглядит. И здесь, кстати, возле музея сразу же мы видим
современное искусство. Сейчас не могу вам показать. Он ушел. Человек в какой-то рубашке, в цепях, кричит, что-то делает. Вот вам современное искусство. Ну так. И собаки на него лают. Шановное панство. Малевич. Я тут бачу скрытое БЧБ. Белый, червоный, белый. Малевич с народом. Очень интересненько. Ну что я вам хочу сказать, что нужно уметь понимать современное искусство, потому что очень сложно. Вот поэтому я и учусь, чтобы понимать его. Так прикольно. Рассказывал какого-то чувака, что он взял мертвого кролика. Это я запомнила все лекции. И ходил, ему показывал, типа, картины в какие-то музеи. Ходил, и это называется, дома ему показывал. И это, типа, вот арт какой-то проект. Я думаю, перформанс, да? Зашибись просто. Возьму, отрублю голову Лукашенко, и я такая, буду ходить и показывать ему. Перформанс. Маргоша решила пойти в кабаре. Идем в Лидо. Андрей сказал, что ему хоть раз пригодился его рост 2.06. Нас посадили за столик. Место стульчика на балконе. Двухчасовое шоу прошло просто очень быстро. И я поняла, почему нельзя снимать, потому что они были с голенькими сисечками. Было очень красиво, шикарно, все блестящее. Пепезды Лидо. Лидо 75 лет. А тебе нет. А мне нет. У меня 31. Дай бог даже до 75. Отмечу в Лидо таким же тортом. Вот посмотрите, какая красота. Покажи девочек, покажи девочек. В общем, мы пробрались на сцену. Я с тортом. Я в гостях у Димы сегодня. Ой, все. Надо катать. Дима мне подарил байку красную. Мы сейчас будем делать фотку, потому что Дима нам сварил борщ. Это борщ? Это борщ. Да, и мы нашли его есть со сметаной, и такие, блин, это же борщ со сметаной, белый с красным. И у меня была просто такая салатовая кофта, а Дима мне подарил красную байку. И теперь мы в БЧБ. Живи, Беларусь. Что она показывает? Я не умею это делать. Ты видео записываешь? Да. Блин, Андрей! Мы же фото попросили. Да, и фото есть. Там внизу кровь. Нам очень нравится борщ со сметаной, потому что это сочетание белого и красного. Про Макрона, посмотрите. Красавчик, не правда ли? Нам дали гримерку. Это зал, где обычно проходит церемония бракосочетания. Вот здесь вот сидят красавчики новоиспеченные. Вот тут вот сидит человек, который хоро списывает. И не видите, по-моему, наверное, никто никого не ставит на рушник. Ну, в общем, очень как-то
Очень прекрасно. Андрей, что вы скажете об этом зале бракосочетания? Мне кажется, это очень эпично, что Левчук переодевается. Зал судебных заседаний. Да, это не судебные заседания. Это... Может, Ткачева на себе женить в этом зале? Макрон благословит подмурочку. Что такое, пацан? Женю. Перомен, требуют Колины глаза. Ой, Коленька, сиди дома, не гуляй, а то девочки придут, поцелуют и уйдут. Хорошо.